начинается новая жизнь. Представь, что война окончена, что воцарился мир, что ты еще отражаешься в зеркале, что сорока или дрозд, а не юнкерс, щебечет на ветке чир, что за окном не развалины города, а барокко города, пинии, пальмы, магнолии, цепкий плющ, лавр, что чугунная вязь, в чьих кружевах скучала луна, в результате вынесла натиск мимозы плюс взрывы агавы, что жизнь нужно начать сначала. Люди выходят из комнат, где стулья, как буква «Б», или как мягкий знак, спасают от головокружения. Они не нужны никому, только самим себе, плетнику, мостовой и правилам умножения. Это влияние статуи. Вернее, их полых ниш. То есть, если не святость, то хоть ее синоним. Представь, что все это правда. Представь, что ты говоришь о себе, говоря о них, о лишнем, о постороннем. Жизнь начинается заново именно так, с картин извержения вулкана, шлюпки, попавшей в бури, с порожденного ими чувства, что ты один смотришь на катастрофу, с чувства, что ты в любую минуту готов отвернуться, увидеть диван, цветы в желтой китайской вазе, с рядом со остывшим кофе, их кричащие краски, их увядающие рты, тоже предупреждают, впрочем, о катастрофе. Каждая вещь уязвима. Самая мысль, увы, о ней легко забывается. Вещи вообще холопы мысли. Отсюда их формы, взятые из головы, их привязанность к месту, качество пенелопы, то есть потребность в будущем. Утром кричит петух. В новой жизни, в гостинице, ты, выходя из ванной, кутаясь в простыню, выглядишь как пастух четвероногой мебели, железный и деревянный. Представь, что эпос кончается идиллией, что слова обратные языку пламени, монологу, пожиравшему лучших, чем ты, с жадностью, как дрова. Что в тебе оно видело мало проку, мало тепла. Поэтому ты уцелел. Поэтому ты не страдаешь слишком от равнодушия местных помон, вертумнов, бенер, царер. Поэтому на устах у тебя эта песня, послушай. Сколько можно оправдываться? Как не скрывать тузы, на стол ложатся вольты неизвестной масти. Представь, что чем искреннее голос, тем меньше в нем слезы. Любви к чему бы то ни было, страха, страсти. Представь, что порой по радио ты ловишь старый гимн. Представь, что за каждой буквой здесь тоже кроется свита букв, слагаясь невольно то в Бетси, то в Ибрагим, перо выводя за пределы смысла и алфавита. Сумерки в новой жизни. Цикады с их звонким «Ц». Классическая перспектива, где не хватает танка, либо сырого тумана в ее конце. Голый паркет, не осязавший танка. В новой жизни мгновенью не говорят «постой», остановившись, оно быстро идет на смарку. Да и глянца в чертах твоих хватит уже, чтоб с той их стороны черкнуть «Привет!» и приклеить марку. Белые стены комнаты делаются белей, отброшенного на них якобы для острастки взгляда скорей, привыкшего не к ширине полей, но в отсутствии в спектре их отрешенной краски. Многое можно простить вещи, тем паче там, где эта вещь кончается. В конечном счете чувство любопытства к этим пустым местам, к их беспредметным ландшафтам, и есть искусство. Однако облако в новой жизни лучше, чем солнце. Дождь, будучи непрерывен, вроде самопознания. В свою очередь, поезд, которого ты не ждешь, на перроне в плаще, приходит без опоздания. Там, где есть горизонт, парус ему судья. Глаз предпочтет обмылок, нежели тряпочку или пену. Если кто-нибудь спросит, кто ты, ответь, кто я? Да никто, как Уиллис, некогда полифемный.